Исмаил продолжает поддерживать свой престижный статус первооткрывателя в спортивной сфере. Очередным доказательством тому стал первый открытый любительский чемпионат по спортивному метанию ножей, который проводился на базе ФСО «Украина» 20 сентября. В Украине соревнования проходили впервые. Организатором их выступило Измаильское физкультурно-спортивное общество «Украина» при поддержке депутата Горсовета Александра Христенко. Участников было чуть более 20, и задача перед ними стояла достаточно сложная. С расстояния 5 метров метнуть деревянную мишень, десяток ножей длиной 30 сантиметров и весом до 200 граммов. Каждый выполнял по 3 подхода, при этом засчитывался лучший результат. Главными участниками состязаний были мужчины. В роли главного судьи соревнований выступил заместитель председателя ФСО «Украина» Олег Шиляев. Победителем чемпионата стал бывший воин-афганец Владимир Саган. На втором месте также бывший афганец Геннадий Дедушев. На третьем – Станислав Каражеков. Следующие соревнования по спортивному метанию ножа пройдут через месяц. В них примут участие команды предприятий и организаций города. Снежана Стрепетова, веб-студия «Курьер».